Спасибо. Ну что ж, я сейчас жду. Я думал, что я опоздал, но по факту оказалось, что нет. Все, посмотрим, что это будет. Музыка началась, похоже, уже вызывают зал. Я успел тем временем встретиться с прекрасной Светой Бирюковой. Вот это зал. Даже краник есть. Потрясающе. Да, для кино. Владимир Сарасан, главный режиссер. Хорошо, сегодня в пиджаке. У меня такой же пиджак и такая же рубашка. Мы стоим либо дублером. Как зовут? Меня зовут Олег. Я снимался в работе Алексея Талкина. И да, у меня такая молчаливая роль, я очень мало там говорю, но на самом деле поговорить я люблю. Ну, что? Что? А что помните, вот самое яркое из съемок, может быть? Знаете, я так уставший такой приезжал на съемочную площадку, и у меня было одно желание после театра, после работы. Я приезжал и мне хотелось отдохнуть. И поскольку моя роль была в ближайшем положении, я был счастлив. Вы организатор? Я был очень счастлив. Лежать и получать огромное удовольствие, незабываемое. А потом атмосфера, конечно, которую Алексей создал на площадке. Это удивительно. Просто из обычной комнаты сделать прифронтовую палатку, ну, я не знаю, это дорогого стоит. Запах керосинки помог. Запах керосинки, запах папирос, запах старых вещей, формы и всего остального. Ну, то есть это как бы из-подволь заставило меня войти в образ, и, собственно говоря, я тут что-то наговорил такое, не обращайте внимания. Упражняюсь речи. Вообще я по тексту обычно. У меня текст, я говорю, но текста нет. Ну, здесь это... Что можете посоветовать юным актерам, которые хотят сняться в собственных чертовых ролях? Да, сниматься. Вот, блин, брать и сниматься. Вот прямо вот в данный момент. Ты прям брать и все. И говорить, все, снимаем завтра. Все, и снимать. Снимать обязательно. Огромное спасибо конкурсу «Кинопризыв», а также моей киношколе «Лестница» и мастеру по операторскому мастерству Вадиму Александровичу Семенову и моим друзьям, которые бескорыстно помогали в этой работе. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мы вам желаем большого интересного творческого пути. Давайте поаплодируем обладателю призов киношколы Александра Митты.
Очень хочется поблагодарить за поддержку конкурса «Кинопризыв» всех наших друзей и партнеров, актеров и кинематографистов. Так, да, давайте получить такой приз. Вообще неожиданно. Я уже когда Алексей Викторович Галкин, это точно, я уже не с кем. Ну, камерика разверни. То... С какой стороны? А, раз, как-нибудь раскрой. А то там не видно никак. А, что, диплом? Киношкола с первым дипломом. Поздравляю.